У нас мы прямом эфире красная ковровая дорожка Российской национальной музыкальной премии. Мы находимся здесь, в холле Государственного дворца. Фотографы, зрители своих спички, камеры работают. Вот-вот соберутся все звезды. Но пока мы встречаем того артиста, который, ну, во-первых, как мы знаем, с вами оказывается самым пунктуальным, а еще по секрету вам скажу, пока он позирует в холле на фоне нашего самого главного баннера, где как раз изображена вот эта статуэтка, автор которой Алексей Сеченов. Вот здесь появится артист, который представлен ни в одной номинации. Я могу сказать, что прежде чем появляется этот артист, где бы это ни было, в холле аэропорта, концертного зала, сначала появляется армия его фанатов. Это огромное количество поклонников таланта, которые настолько увлечены творчеством Димаша Кудайбергена, который путешествует за ним по всему миру. Я даже была не одна из зрителей. Привет, Димаш, когда обсуждали, ну что, ты знаешь, у нас тур целый год впереди. Вот ты куда поедешь, какие города? Привет, Димаш, рад приветствовать тебя на красной ковровой дорожке. Ты номинирован в двух номинациях. Певец года «Классическая музыка» и песня твоя, песня года, танец «Любовь», подожди, забыл песню. «Любовь уставших лебедей». Так, скажи мне, есть ли разница, что важнее для тебя, в какой номинации победить? Для меня важнее, конечно, это любовь зрителей. Соответственно, это просто приятная компания. Я, в принципе, стараюсь выступать качественно для того, чтобы руководить своим зрителям. Организаторам огромное спасибо за то, что пригласили. Для меня огромная честь получать такие награды. Я надеюсь, что если мне вручат одну вопрос, награду, то я буду считать, что это заслуга. Ну, вот тогда я все-таки докопаюсь до тебя вот с этим вопросом уточнения. Потому что, смотри, твоя песня «Любовь уставших лебедей», автор музыки Игорь Крутой, автор текста Михаил Васильев. При этом ты еще и вокалист года. Вот может ли артист, не имея вот даже просто примерно намеков на то, чтобы быть великим вокалистом, но имея, вот, например, такую песню, как у тебя, повторить ее, все-таки вокал или песня, что ты мечтаешь? И то, и другое, это важная составляющая. Надо хорошо почувствовать песню, надо уметь донести эту песню. И, конечно, надо выбрать ту самую песню. Надо везде песню, я считаю. Ну, твоя скромность и твое умение и держать чувство такта, оно, конечно, не за кадром, за кулисами всегда все об этом говорят. Скажи мне, в твоем личном плейлисте, вот в течение этого года, какие звучали композиции, артисты, вот что лично ты слушаешь, когда отдыхаешь и не готовишь свой музыкальный материал? Казахский народ артист. Так, в основном, да. И никого из современных артистов. Вот у нас сегодня 15 номинаций, представлены все жанры музыки. То есть премия действительно честно представляет и представители хоп-культуры, и классическая музыка. Это все современные и несовременные музыкальные жанры. Кого-то из звезд, которые выстрелили через YouTube, ты знаешь, слушаешь? Ну, я в основном из зарубежных слушаю, конечно, на Кучесса. И Луча на повороте, куда я не. Когда слушаешь таких исполнителей, ты получаешь просто школу, получаешь какой-то смысл образования, именно так можно сказать. И слушая таких исполнителей, ты процент падает. Согласна. Ну, тут невозможно не согласиться. Я приглашаю тебя в зал. Будем рады видеть тебя сегодня на сцене. Желаю удачи и привет всем твоим поклонникам. Я знаю, они уже наверняка выкладывают этот скриншот прямого эфира. Нет, это ты не извини.